цене. Это за него платили. Честно, не, какую цену сейчас? 150 на обувь. А почему такая цена сейчас на него? Поставщики-то такой приобрели. А поставщики это кто? Я же его не выращиваю. Поставщики Запорожья. Запорожье берет в Киеве, Киев из Одессы. Угу. А картошечка? У нас нет картошки. Картошкой мы не торгуем, картошки он производитель. Угу.